У меня предложение. Какое? Допивай. И пойдем поговорим где-нибудь тет-а-тет. А вы, случайно, не голубой? Потому что я нет. Да нет, уверяю тебя. И вообще не о том. Старей ищет трагик Тони О'Мейли, обижен на весь свет. Никто не ценит его талант. Карьера в тупике, и скоро его выгонят с работы. Но внезапно судьба бросает Тони в спасательный круг. Есть шанс лишить крутого гангстера приличной суммы денег. Нужно лишь явиться к его должникам, выдав себя за его посланца. Тони уверен, что эту роль прекрасно сыграет его друг по сцене, отчаянный парень Том. Они в глаза друг друга не видели. Допустим, кое-кто сидит в непосредственной близости от меня и делает вид, что ему должны. Если он сыграет убедительно, то получит эти деньги. Есть только одна проблема. В отличие от театра, в реальной жизни эффектные ходы не всегда завершаются овацией. Майкл Кейн в комедии «Актеры» на канале ТВ7. Я со всей бы душой, но мне, честное слово, надо... Вдруг вам понравится? Да.